18 января на базе Кванториума лицея номер 13 имени Расула Гамзатова города Каспийска прошло знаковое событие для образовательного учреждения. Это подписание соглашения с Центром развития таланта «Альтаир». По словам директора лицея номер 13 Алины Ханамировой, этот договор откроет множество дверей не только для учеников, но и для преподавательского состава. Я надеюсь, что это сотрудничество принесет очень много всего полезного, что реализуем очень много проектов, что для детей в первую очередь мы дадим именно те основы, которые им нужны на сегодняшний день. Центр развития таланта «Альтаир» – это одно из самых масштабных учреждений в системе дополнительного образования, которое курирует все направления и делает акцент на науке, искусстве и спорте. Мы вас ждем. В первую очередь, это регулярные программы, которые идут на постоянной основе в течение всей недели, включая и воскресные дни, субботы и воскресенье, где вы, ребята, тем более, что Каспийск находится не так далеко, сможете приехать и получить массу знаний по различным направлениям. Основная цель подписания договора – это расширение сферы знаний воспитанников детского технопарка «Кванториум». Благодаря такому союзу ученики в разы больше будут принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах. После окончания торжественной церемонии подписания договора для гостей лицея провели небольшую экскурсию.